Всем привет, с вами Тош, и это мое первое видео подобного формата, так что не судите строго и приятного просмотра. Поехали. Так, тут доски есть, вообще-то я сам в доску трошечки. Я три не ста... не на... А мы опять бухаем вот это в самом начале. Да, Япона можно. В смысле? Знаешь, какая была у Джека Воробья самая важная вещь в его жизни, блин? Как обычно, посидев в баре, мы решили все-таки пойти и навалять скелетом. И они нас сами быстро нашли. Ну, чтоб поближе был. А? Вдруг. Блять, опять. Еще один. Сейчас ядра несу. Давай. Я возможно поднял тут ядра еще, кстати. Это шлюп. Я вроде все поднял. Все, идем. Нет, галеон еще. Галеон слева. Мочим шлюп сначала. А, да? Блин. Ядра. Низко. О, ядра. Спасибо. Нас. Сейчас, о, пушечника убили. Я снес, да, его. Аспиратор. Ай, блядь. Лох промахнулся. Надеюсь, а у них падают эти? Как их? По-моему, нет. Я снес еще кого-то. Ой, тут все ядра забрал. Блин, ядра. О, они сейчас еще... О, мы убили. Все, догоняем тире этот. О, смотри, тут в ящике наверху есть ядра. И доски. Слева, возле гарпуна. Не достаем. Сейчас будет. Я переношу этот ящик по центру. Шмаляй. Давай. А тот уношу. То, что нам же виднее, когда шмалять, а? Так, мы с тобой кучненько. Блин, низко. Не попал, лох. Это я ему, если что. Да я понял, я вообще ядра брал. Снова не попал. И снова не попал. Четыре ядра сверху. Хреново. А мы сейчас завалим его. Я не попадаю уже. Понес ядра приносить. О, у нас тут чуть водички. За ядрами. Оп, так. Да, сейчас я ядра. Так, это. Где он, падла? Ой, здравствуйте. Походу все. А, все, да. Паруса. Нас подняты. Можно прям якорь подкинуть сейчас пока. Все, давай. А, лутаемся. Нет. В смысле, что, еще один, что ли? Нет. А, кончено, слава яйца. Ух, так. А что у нас круто? Нормальное такое начало. Забравшись с галеона, мы с хорошим настроением отправились все продавать. Но тут случилось то, чего мы хотели меньше всего. На нас объявили охоту. Несмотря на то, что у нас было много сундуков, а враг наш был намного сильнее и опытнее, мы решили дать бой. Ну что, зря три корабля? Постреляли, к ним на корабль залезли. Ну и шо, блин, они сами на нас напали. Просто мы замах, мы будем сейчас весь все время давай, просто давай, текать давай, от них, блин. Давай, выворачивай, будем гасить гадов. Левым? Да, левым. Приподнимите чуть свой парус. Свой приподнять. А наш? Я свой тоже, есть... чтобы угол закрута был сильнее. Надо приподнимать парус. А стреляйте прямо, отсюда начинайте. Не. А, во. Здравствуйте. Выше. Ой,
Ай, больно. Обломал? Я поставил. Нет. Хорошо. Если что, кричите, помочь поставить? Опять обломали. Пипец. Стреляйте, блин, братюня. Я понял, ядра. У них один спрыгнул. К нам плывет сейчас. Да. А может оба даже. Я ловлю его. Давай, я пока стреляю. О, мачту сбил, я им мачту да, сбил. Да, хорош. Вы посмотрите, чтобы нас не порезали, я гашу пока. Залез один. Где? Нас. Меня бьет. Тоша, блин. Поднимите меня, если можешь. Где его? Пожалуйста. Спрыгнул. Убил. Подними меня. Еще один, я не могу, я стреляю. Тоша сзади тебя. Да, подожди, не могу, блин. Нас закинут бобецами. Вот он. Да все, я уже потряслся. Надо было сразу уходить. У нас нет времени тебя поднимать, братюнь. Глянь, у меня патронов нет. Мы с тобой рядом. Ты файт идет, и все идет. Мы тоже их нормально топим. У нас чувак на борту. Когда мы тебя будем поднимать, скажи, пожалуйста. А тихо вы, блядь. Открывайся, дверь. Второй хочешь. Здесь. Все, иду. Хорош. Завалил. Поднимаем эту. И въебываем. Поднимай переднюю. Мы их добьем. Постреляйте по нему, пока их нету, блин. Вы чего? Ну сука, ну сделай. Вы поймаете, что мы без мачты нихуя не сделаем сейчас. Ну я поднимаю. Помогите кто-нибудь поднять. Это крыса, блин. Давай, блядь. Поднимаете. Олени. Я воду вычерпываю, дырки заделываю. Все, давай. Хотя давай. Бы одну поднимите. Блядь, мне кажется, он где-то рядом. Может попробуем добить их, а? А где они? А они подтопили, подтонули, нет? Не знаю. Блин. Я насыпаю, я вижу его. Нет, они вряд ли подтонули. Блин. Надо похавать. А, вы только вернулись, да, недавно? А где они? Вон справа, по правый борт, мы сейчас разворачиваемся на них. Вы поднимите сами, я буду наваливать их. Блядь, они подняли оба этих уже тоже. Не тонем? Ну так, вода есть. Мы сейчас столько времени проебали тупо. Так они тоже им надо стреляют, поднимать. Стреляют. Так все, надо бежать. Хрена мы так крутимся, а? Тут нету. А где они, блядь? А все, нам жопа. Не, еще нет пока. Правее, право, Санька, помоги поднять. К нам полетел, но в воду. Да он залезть может по лестнице как бы. Да. Блядь. Да, где-то рядом, мне пизда сейчас будет. Я прикрываю, я смотрю, давайте. Да, блядь. Воду выгреби. Выгребаю, иду. Ты бляха, мука. Дырку заделывать. Так, давайте я попытаюсь понаваливать. Давай, надо их сбей, если он на бочке, херачь его, точнее на этом. Так, я дырки сейчас заделаю. Бегу за пушки. Рессы. У нас есть волшебные ядра? Что есть? Волшебные ядра.
Нет, блядь, куда? Я успел, не успел. Не успел. Да, блядь, все, мне тоже. У меня все мертвые, да. Все, ладно. Блядь, ну такую хуйню спороли. Собравшись с духом после поражения, выпив грога и отдохнув за рыбалкой, мы неподалеку увидели форт проклятых и в жажде компенсировать утрату решили забрать все, что там есть. Пушку, убейте пушку вот эту. Не достаем. Да, лучше надо было. Ха-ха-ха, лохи, Алим. Давайте здесь останемся, смотрите, осталась здесь бочка, если что, мы можем ее взорвать. А что, я только что захерачил. Все, мы выполнили, по-моему. Надо идти, да, сейчас подобрать. Нет, кто-то стреляет еще, идут. Еще идут изнутри. А, да? Какие-то они быстрые и горят. А, этих надо подсвечивать фонарем. Каким фонарем? Какой фонарь? Ты о чем? Они не стреляются. Их надо подсвечивать фонарем, чтобы они становились уязвимыми. Каким фонарем? Тоха, как его выбрать? Q и фонарь. И что дальше делать? Один, а, просто? Один светит правой кнопкой, а другие стреляют. Так что, я сразу подсветил и убил. Ну, да, так, они, да. Они умирают просто. А, просто от света? А можно было эту информацию раньше сказать? Еще лезут. Прямо здесь. Боссы появились. Боссы. Я стреляю боссом. Я наваливаю. Благо, что мы такое удачное место выбрали. Ай-яй-яй, мне наваливают. Нормально. Блин, а эти небольшой, да, сайтик, надо больше стрелять. Блять, не попал. Минус главный. Ай, патроны. Да, блять, подбирай нахуй. Меня там сзади кто-то в попу насувал. Гей? Босс за мной гоняется. Я одного убил. Помогай. Где сейчас. Ты есть? А где ты, да? А, вон внизу. Вот он. А. Да не двигайте его. Да, вот он ключ. Ключ есть, я взял. Это последний. Бляха. Это не какого-то чек. Блять, ну кто? Кто это сделал, сука? В смысле, у них там череп, у них они родились, бочка, они вышел, поджег и взорвался. Блин. Мы все сдохли, да? Да. А как мы красиво, это я вижу, да. Да. Ой, я не могу ничего. А, фонарь надо взять, в руки. Да. Че у меня потом? Да. Давай и наверх. Ага. И все, его не убирать, да? Хедшот. Бля, она жирная тварь. Хедшот, бля, я ей уже, наверное, 4 хедшота дал, блин. Патроны. Защитите меня. Ай, блядь. Я хаваю. Еще хедшот. А ты бесишь. Блять, она меня скинула. Патронов бы. Да, надо, короче, их вести ближе туда наверх, поняли? Нормально. У кошельков целая куча. Да блин, куда она побежала? Ко мне сюда. Я иду там. Ядра. Да, вот еда, и смотрите. Прям как только за скалу, которую мы перелетаем. Там есть хавчик еще, кокосы и папайя, че что-то такое. Где эта тварь? Дайте мне ее. Да ебаный гейзер, блять, я только за едой пошел. Предыдущим оратором. Она опять зарыла. А не, не зарылась. А, во, вижу. Сейчас, я хаваю, секундочку. Хорошо. Блять, скелеты вылезли. Ну, нормально, патроны будут. Где она там, наверху у вас? Бегу. Я уже 3 дал, когда. А если я ее фонарю? Ладно.
4 тогда. Битва была жесткой, но несмотря на все ее усилия, мы не сдавались. Выстрел, еще один, и герцогиня пала. Теперь все ее золото принадлежит нам. Так ты задрала. Так. Помогите. Да помогаем. Я перезаряжаться. Мне нужно мешочек найти. Мешочек, мешочек. Так, сверху есть перезарядка. Я... Ура, хорош, нахуй, блядь. Всё, Вася. Тварь ты конченая. Бля, тут сколько всего. А где эти, блядь, ключ, пираты, вот, нахуй? На, ключ от цитадели. Я вот, взял. Все, пошли. Вниз. Берите эти самые, я пошел на вышку. А, да я с записи наш тормозит забыл. Охуеть. Вот это мы разбогатеем. Главное довести. А зачем я открыл? Взять золото. Ну ладно, вот взять золото. Самый главный сундук. Он стоит где-то 20-30к. Погрузив сундуки на корабль, мы отправились все это добро продавать. Попутно размышляя, что нам делать дальше. Выпив грога, мы поняли, что надо немного отдохнуть и просто полазить по разным островам в поисках сокровищ. Мы взяли задание капитана, припасы, лопаты и отправились к далеким берегам, где нас ждало зарытое, забытое золото неизвестных пиратов, которое мы с радостью прикарманим себе. Так, где еще? А это мы сейчас только что где откопались с тобой, скажи, пожалуйста. На этом полукруглом острове, угу. На зеленом островке между песками. А по координатам примерно... Вот середина F. Я там, сейчас не могу посмотреть. Е3, а ты с этим бежишь. Так, ну с этой стороны горизонт чист. Антоша, это... покажи карту, карту покажи. В смысле? Карамысь, да. Пролив 10 вот, плотов, выкапывая кучу ям, один за другим, сундук за сундуком, мы быстро поняли, что нам это уже надоело. И обсудив все за кружкой грога, мы поняли, что лучше не копать, а у кого-то отобрать. Бросив лопаты и взяв ядра в руки, мы отправились на поиски нашей жертвы. Искать пришлось долго, но мы их нашли. Правда, в исход боя вмешались Хапчик. Высшие силы. Банан, акула. Кстати, так, банан. Надо, чтобы кто-то выстрелился к ним туда, залез быстренько и скинул якорь. Ну. Умер и вернулся. Я сейчас не смогу это сделать. Почему? Я... Возьми дробовик. Я взял чай. Кунь-чай. Да, я буду снайперить. Сейчас настреляем, я потом я, к ним... Я только с пушки, да. Я, простите. И подожгу их, если что. Как вы хотите файтиться, когда у одного чай? Я их вообще не так. Ты, главное, рули правильно. Мы там разберемся. А, я такой, прямо, да? Такой, что сейчас с ней полечу. Правей бери немножко. Да, я ж к ним поближе чуть зайти надо. Так, правей бери, так, я тебе говорю. Развернемся, надо направо эти самые. Да, вот. Теперь прямо. Да я вижу, заходим. Блин, куда пыль. Но мне-то с носа виднее. Санька, ты, кстати, можешь выстрелить. Будешь выстреляться к ним? Он сейчас в корму им настоит, кстати. Не долетит. Надо взять еще левее, подплыть. Так что? Давай я тебя пульну и буду прикрывать со снайперки. Давай, и зайдем по сбоку. Давай, заряжайся, я прицелюсь. Надо давай. Разрядить. Разрядил. Тош, правее, я не могу. И выше чуть подыми, я буду лететь отсюда. И пару сразу свой подыми. Полетел. Парус подыми, братюнь. Что там, нормально долетел, нет? Ну так, плыву. И настреливаю в корму. Сейчас. Я опущу им эти все и подожгу. Еще выше.
броне. Попал, да, я попал. Блять, еще выше. Блять, я, сука, нахуй, я сейчас... О, шо, хуй меня, я не мог бегать, блять. Только не говори, что мы тебя пристрелили. Ой, да я нет, попал. Меня не могли пристрелить. Они уходят как на парусах. Я такой не мог бегать, блять. Все, Санька, возвращайся, давай будем так сейчас бороться. Поднимай парус. Я? Вы хоть чуть-чуть раз попали по ним, блин? Да, я два раза попал, три даже. Мало. Я бы к ним, блин, ни разу не попал, блин. Ну что, я сейчас навляю. Ты, наверное, не мог бегать, потому что тебя это сабли, наверное, махали, да? А нет, он, я, блядь, сбежал вниз и тупо сам не мог бегать. Даже без него. А ты их убивать пытался вообще? Я один раз прыгнул. Надо винтовку перезарядить. Пизда, блядь. Я думал, сейчас подпалю нахрен. Давай, давай, догоняем, догоняем. Нормально, сейчас размотаем. Должны. Там еще два книпера у нас осталось. А ну-ка, 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 смотри, 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 навесом, навесом даю. Можете? Отсюда, кстати, спокойно достается. Нет. Достается не выше, блин, пушку, потому что намного выше пушку. Выворота не хватает, Тоша, блин. Книпель точно не достается. Книпель, да. Сейчас. Вот сейчас, может... Нет, нихуя. Че у вас пара, блядь? Он же догоняет. Опа! Мне выворота не хватает. Мне тоже. Ну поехали. Так, у нас по полному ветру. Чуть левее. Нет, да если что, по стрельбе имел в виду. А, да? Блять, рано. Обратись, чем за пушку, ты сегодня застрелишь даже. Да я ж пока жду. Так, не-не-не. А я случайно психанул. Ой-ой-ой, как-то нехорошо, не то. Да сейчас Паша догоняет просто. Успокойся. Так, он идет налево, все, сейчас можно прямо выравнивать, выравниваю прямо. Готовимся. Ой, психанул. Да что такое? Да что такое? Бля, хоть бы одно. Снайпер. Я реально ни разу не попал, что ли? Выше берите, вы не достреливаете. Нам нихуя не видно отсюда вызовом. Вы вообще, когда стреляете, вы опускаете пушку, хоть посмотреть, куда летит трассер. Спасибо, Кэп, нам из-за волны, тебе еще раз говорю, не видно. Армер, этого не, может, не знает. Нет, я тоже из-за волны не вижу. Давай, рули. Давай, 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 сейчас уже есть выворот почти. Давай, еще чуть-чуть. Пошла. Да, блядь. Блядь, еще выше, что ли, а? Угу. Прям в него цельтесь.
Да что такое? Блядь, рядом, рядом! Он залез! Попал! Блядь, он меня скинул! А нам... Блядь, одно попадание буквально. Какие это ёбаные лестницы? Убил. Хорош. Фух, я залез. Перезаряжаюсь. Нам якорь кинули. Ебашки. Подымаю. Нам якорь кинули. Давайте поднимем, Когда видите, что летят к нам, сразу один на лестницу. А чтобы их контрить, нужен дробовик. Так. Блин, перезарядить. У нас воды тут. Сейчас. Иди стреляй, братин. Я иду. Далеко. Сука. Попаду. Да что такое? Ай, выворота не хватает. Сейчас я его догоняю, справа скала. Сорян. Так, ладно. Все, ты пришел? Или ты еще там выгребаешь? Они далеко. Они удирают от нас. Потому что они пошли налево, да, я думал, ты за штурвалом. Сейчас догоняю. Ты что там внизу? Там внизу нормально, помочь? Да, не нормально. Так, влево разворачивайте это, да. Нам надо зигзагами сейчас. По ветру. Но это то ощущение, что они в крови от нас пытаются убежать. Пытаются. Да. Что, страшно? Мы тогда. Учитывая, что по нам стреляло всего лишь две пушки, блин, то их на двое и максимум на двое. Максимум. Красавчик. Это что было? Вы что, прозевали игрока? Ошибись. Где он? Где это падла? Убил. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Лечиться. Блин, вода, Б. Я умер. Поднимите меня, пожалуйста, если можете. Поднимай тоже. Я внизу. Внизу, блядь. Там вода как раз есть, наберете. Мне не показалось. Блядь, надо этот потушить. Иду. Спасибо. Блядь. Где эти пиздюки? Да вон, нет, заходят на нас. А на нас? Но опять в якорь кинули. Короче, нормально, сейчас сразу. Уже полчетвертого. Да, ну сейчас последний заход. Мы за них догонять будем полгода. Они убегают? Да, убегают. Да не, они разворачиваются. На нас идут. Отлично. Готовьтесь. Готовы. А, это... Блин, нам бы как-то поближе к ним подплыть, а? Да, очень далеко, нихуя не видно из-за волн. Ой, я кого-то убил. Я у них убил кого-то.
Давай, Тош, выруливай на них на абордаж. Так выстрели с ними на абордаж. Санька, выстрели на ними. Давай. Кого? Повыше. И налево, налево, на ходу. О, их еще мегалодон ебашит. Нормально. Ну кто ж ты, я не доплыву до них, ну чё. Не попал, да? Да слишком, блин, да им за спину кинули. Готовься, братюня, готовься. Где? Сейчас будет. А, да. Я прямо пустил. Давай. Кого ты прямо пустил? Выстрелите им. Они дальше, чем кажется, блин. Мы не можем к ним подплыть никак. Сейчас у нас по ветру эти будут. Я пошел в жопу. Ах ты сука. Ай, меня скушали. Нас развернуло. Да все, пизда. Так, ладно, все. Будет очень долго. Что, даже ничего не сдаем? Наш противник категорически не хотел с нами сражаться. В итоге вмешался мегалодон, и у нас не осталось выбора, как просто его отпустить. Что мы и сделали, поплыв просто в порт за очередной кружкой грога. Ладно, что, все, давайте прощаться со всеми. Туши трансляцию. А фоточку. А потом сделаем трансляцию туши. Да. Сделаем. Все, всем пока-пока. Все, пока-пока. Приходите. А-а-а.